и ест с его тарелки? Вот ну, это ты, да! Ну, ты прости, это... она ему выплюнула все обратно! Надо, мальчик, не надо! Мальчик, я не знаю, что ты хочешь сделать! Мальчик! На заднее во все брызги! Господи, по какой грязи я не плаваю! Удочка! Хочет свистнуть у нее что-то! Опять змея! Да что ж такое? А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Самый смешной тикток, всем привет! Привет, друзья, мы на Валеришка Геймс. Поехали, ребята, да. Дедушка что-то задумал с велосипедиком. Посмотрите, какой он маленький. Он сейчас его просто раздавит одной ногой. Но, ребята, посмотрите, нет. Он крутит педальки и едет. Жесткач. Ребята, так, берем, макаем и типа делаем вид, что ковыряемся в ухе. Слышь, дорогая, что-то там у меня с уха, смотри, вылазит. Оу, какая вкусняха, попробуй. Жесть. Так, пранк, ставим тазик и убегаем. Дорогой, иди сюда, тебя тут ждет сюрприз. Что, дорогая, ты меня звала? На тебе тазик будет. Круто, догадался. Еще и по башке долбанул. А, это ты там? Да. Ну, извини, я не знал. Так. Не надо, мальчик. Не надо! Мальчик, я не знаю, что ты хочешь сделать, но это плохая идея. Не надо! Он что-то задумал. Сам себя! Жестяк. Капец, он что, граблю подложил? Да. Так, банан. Кушай, дорогой банан. Нравится банан? Классный, правда, да? Будешь банан? А мне? На маленький кусочек остался. Я ну спайки поем. Так. Опа. Че, не пропускает? Перелезем. А, не перелазится? А, юбка мешает. Пролезу в дырочку. Женщина, что вы делаете? И хочу выйти отсюда. Получилось? Да. Так смотри, она просто открывалась. А, да? Серьезно? Не может быть. А я тут мужик. Оу. Так, девушка, здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Да, пожалуйста, только сначала помоги мне с большим мешком цемента. Да, давай, отойди, я сейчас... Ребята, тихо. Геракл, осторожно. Смотри, не это, не убейся. Так. Дверь закрыли. Не успел войти. И дальше, да, правильно, еще припечатать его сверху. Ну больно же мне, блин. Жена, ну что ты, блин. Так, что она кушает? Ох, какое острое. Куда она пошла? Парню? А, на места перепутала. И ест с его тарелки? Вот ну это ты, да. Ну, ты прости, это... она ему выплюнула все обратно. Жесть, ребята. Кошмар. Парень, я у тебя чуть-чуть хотела, но я тебе все вернула. Ребята, поддержите лайком эту серию. Да. Кто из нас сегодня больше раз засмеялся? Еще один тазик, смотри, сверху. Дорогуша. Оп. Да, знакомый пранк. И по лбу еще. На всякий случай. Понравилось? Вот так будешь знать, как пранковать. Да. Смотрим дальше. Ну да, я тут просто стою. Оу! Привет! Привет, дорогуша! Бежит! Она не к тебе бежала. Ну, привет. Жесть. Вот это да. А у меня тапочки, а штапочки посветили. Тук-тук. Кто там? Ого. А как он так сделал? А, посмотрите, ребята, прикольно, как он так сделал. Он идет да. Согнутый. Запалили. Запалили. Круто, а, друзья. Да, что я? Что, я ни при чем. Что ты делаешь? А что он делает? Ведро? Зачем? Сальтуха? Ой, да, прости. Ради чего это все было, я не понял. Нет, он держался за штуку, и потом она оборвалась, и он упал. А, сделал вид, что упал? Да. Так, пугает в теннис. Он меня выиграл, я выиграл. Это китайский тикток такой ржачный. Посмотри на этот велосипед. Какая девушка в телефоне колупается посреди посадки. Вот сейчас, куда мне ехать? Вам туда. А, хорошо. Вау!
Жестяк. Упал в кусты. Прям в ромашке. Не надо заглядываться. Извините, пожалуйста, я беременна. Можно присесть? Да, конечно, садитесь. Ох, тяжело быть беременной. Ага. О, сейчас шарик свой поправлю, подушку, что там у меня. Ребята, это пранк. Камень, ножницы, бумага. Оп, бздынь. Чё-то ты меня как-то бьёшь, а мне больнее в два раза, я не могу понять. Срезать с ковшом. Бау. Да что такое? Забодал с тобой играть. Больно. Ребята, двойной пранк. Так, как он забьётся сейчас? Давай. Ой. Попал. В носяку. Бывает, друзья. Нет, это конечно. Так, загремел. Я тут полежу. Что она задумала? А, да, знакомый пранк. Ротом дыши. Так, ладно. Так надо туда воды налить. И нос закрыть. А он не просыпается. А, он делает буль-буль-буль, он не просыпается. Прикольно, это же захлебнуться так можно. Хе-хе, да, что вы хотели? Какая девушка идет. Красивая. Что ты хотел? Да нафиг пошел. Отойди, это моя машина, дай зайду. Блин, так. Сердце разбито. Бадминтон. Вау! Прям с великом. Все, короче, загремели в самую грязюку. Какие молодцы. Поиграли. Ребята, да. Классный был бадминтон. Че он хочет достать? Там у него какая-то тряпочка застряла. Да. Да, вот я как раз тут шел рядом со стулом. Давайте я помогу, залезу. Давай. Залазим. Вау! Оу! Блин. Прости. Что это такое? Сейчас Титаник ваш утонет. Что вы делаете? На заднего все брызги. Господи, по какой грязи я не плавал. Хотел покинуть судно, ребята. На тебе. Потопил всю подлодку. Все, я тебе ненавижу, боже. Слышь, смотри, что там? Кто там идет? Да, тихо, я сам разберусь. Это девушка, наверное, какая-то? Какая девушка симпатичная. Я такой первый парень на деревне, прохожу, ее по дороге сфоткаю. И чё? Чё? Девушка такая. А, просто сфоткал? Да. Что это за странные люди? А, они вчетвером на велике? И что, получится? Обалдеть! Что это? Бумажка прилипла. Не отлипает. Ребята. Жесть. Думай, мальчик. Мальчик, думай. Слушай, они такие какие-то неумные, ребят, я не понимаю. Ай, что случилось? Чего они так радуются? А, парень, девушка, любовь. Где моя девушка? Раскрутилась, улетела? И все нормально, дорогой, я тут лежу. Ты меня случайно в велосипеды выкинул. Как это так? Это собачка-парашютист. Ребята, вы видели? Ого. Какой слоник. Танцуем. Танцуем с собакой. Это же хаска. Хаска, только очень какая-то большая. Что ты делаешь с хаской? Она хочет ее раскрутить и покружить. Бедная собака это все терпит. А еще одна беременная. Сейчас небось шарик лопнет. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Я уступаю вам место. Вы в положении, вы садитесь. Ох, спасибо. А-а-а! Блин, ой, вы что? Я нечаянно родила. Вставайте. Хорошо, простите. Шарик лопнул нечаянно. Блин, был живот и куда-то исчез. Так, что они задумали? Не надо. А, куда-то потащить бревно. Тащите. Сейчас будет какая-то ржака. Я не достаю ногами! Опустите меня! Так, девочка снимает ТикТок. Как она садится в крутую точилу, закрывает двери. И все. Выходит из нее. Такая мадама. Всем приветосы. Очки одевает. Все, привет. Такая классная. Такая девчонка пентиперзовая. Сняла. Чипсы дашь? Бери. Да, пожалуйста, бери. Фига себе. Вот это проб. Бежал. Дорогая,
Выходи за меня замуж, это тебе цветочки. Она ему что-то передает? Она ей что-то передала. А, что-то передала? А я не понял, а что она передала? Ребята, кто понял? Так. Ты что? Фу. Фу. Что это такое было? Ну, он как будто... А, и вся пудра на нее. Короче, вся мука на нее, ребята. Так, что они тут задумали? Играют в игру, а та записывает какой-то тикток, видимо. Поле. Вау! Она не из своей сумочки хотела что-то достать. Очень пранк жестокий. Тут со змеями, ребят, это прям страшное дело. Так, приехала. Парень едет. А как его объехать? Он такое бревно везет. Надо как-то аккуратно... А, она хочет притвориться, что она попала в аварию, а ему в другую сторону. С такой трубой. Блин. Ой, ладно. Зря прилегла. Блин. Капец. План сорвался. Вставать, типа, надо еще разочек. Надо еще разочек попробовать. Ладно, все. Поехала дальше. Друзья, смотрите новую серию на Валерик это Геймбокс, наши новые каналы, ссылочки в описании. Она так рассказывала. Она так рассказывала, что. Зачем? И там уже ничего у вас не осталось. Ну, блин, ладно, налью еще. Сейчас еще налью. И все такие, не надо, не надо. Привет! Ой, блин, господи. Вот это да. Да нет, все хорошо. Лавочка не прикручена. Привет, да, все нормально. Я тут просто полежать захотел. Дорогой, что хотела? Что-то она ему говорит, я не понимаю. Снять ее на камеру или что? Вау! А что там за след? А, ее макияж весь. А, макияж ее потек ему на куртку? Круто. Чихнула. Ну подглядывай там. Так, что здесь у нас? Хочет свистнуть у нее что-то. Опять змея! Да что ж такое? Слушайте, это популярная тема прям. В их стране. А что? А змей. Удочка. Как он не вовремя подошел, ребята! Вы видели? Извините, это. Так, смотрите, зонтик.